Европа в целом будет продолжать поддерживать украинский фашизм. Они нас действительно ненавидят. Кастрированные животные не брыкаются. А при Меркель Германия была кастрирована в политическом смысле. Смысл сжигания украинского кризиса для американцев – это ликвидация Европы как конкурента и изъятие всей европейской промышленности к себе. Вот это они и будут делать. Они это и делают весьма успешно. Без нашей нефти обойтись нельзя. Они могут продолжать стрелять себе даже не в ногу, а сильно выше. Пусть стреляют. Какая-то сволочь сливает информацию. Мы этого шпиона поймать не можем. Поэтому берем японского консула, объявляем его персоной нон-грата. Завтра приедет следующий консул и будет получать информацию от того же источника. Зашибись. А зачем что-то делать, когда можно не делать ничего? Хорошо, предлагаю перейти к теме все-таки более прицельно. Ваша специализация экономическая. Вы провели круглый стол в Государственной Думе. Спасибо, что меня пригласили. Обсуждали. И меня очень заинтересовала фраза о том, что правительство попросило все ведомства прислать свои наработки по всем отраслям. Это не правительство. Это не правительство просило ведомства. Это председатель Госдумы Володин просил всех депутатов прислать все имеющиеся наработки по всем отраслям, по всем сферам. Скажем, комитет по экономической политике, членом которого, зампредом которого я являюсь, действительно в эту работу включился. Там действительно все вытаскивают, что может быть реализовано. Но, понимаете, все, что может быть реализовано в рамках существующей либеральной парадигмы. То есть это все равно будут меры улучшательские, а не преобразующие. Это будет мера в стиле «а давайте мы мобилизуем, дадим какие-нибудь льготы». «А давайте мы не будем призывать каких-нибудь руководителей каких-нибудь бизнесов, чтобы не было всплеска безработицы и разрушения экономической конъюнктуры». Это все хорошо, но речь-то идет о коренном изменении хозяйственной модели, а эту речь никто вести не хочет. Мобилизованная экономика. Если дополнять мобилизацию граждан, мобилизации экономики, как она должна выглядеть вкратце? Знаете, если экономика была мобилизована, то, наверное, мобилизация граждан не было бы нужды, или была бы, по крайней мере, не такая, и не сейчас. Мобилизованная экономика, на самом деле, это экономика, переведенная с обслуживания финансовых спекуляций на обслуживание развития. Здесь нет никакой, грубо говоря, никакого насилия, никакой конфискации, никаких запретов. Наоборот, речь идет о стимулировании развития. Речь идет о повышении степеней свободы, а не снижении. Просто повышение степеней свободы созидать, а не грабить. Вот в этом разница. У нас сейчас либеральная экономика ориентирована на финансовые спекуляции, то есть на грабеж разными методами. А нужно переводить на развитие промышленности, на созидание. И это дает абсолютно большинству людей, большинство людей нормально, они не хотят грабить, они не хотят работать. Они дают, это даст людям больше степеней свободы. Но речи об этом на уровне государства нет никакой. Для них эта тема вообще не существует. Тема вообще запрета, харам. Идите воюйте, развиваться не смейте. Объясните, пожалуйста, какова взаимосвязь? Хорошо, у нас там началось какое-то развитие в экономике. Как это поможет успеху на фронтах? Очень просто. Во-первых, у нас не будет дефицита ничего. Все будет производиться в стране. Если кредит дешевый, если можно взять оборудование в кредит, если можно, и при этом необходимо ограничить произвол монополий, то есть снизить масштаб цен. Понимаете, не приостановить инфляцию, не замедлить рост цен, а просто снизить масштаб цен. У нас же цены искусственно завышены монополистами в каждой точке. Что на легковые автомобили, что на металл, что на все. То есть все станет дешевле, на самом деле. Это или произойдет или из-за ограничения произвола монополий, но поскольку это мера сложная, сложных мер нынешней бюрократии реализовать не в состоянии, это можно реализовать через национализацию базовых отраслей промышленности. Грубо говоря, те деньги, которые сейчас закладываются в стоимость металла, который идет на строительство яхт, эти деньги должны быть, на эти деньги цена металла должна быть снижена. Вторая вещь – это налоговый маневр. Мы же берем основную массу, мы берем налоги с внутреннего производства, чтобы нашим олигархам сырьевым предельно упростить жизнь, чтобы не брать налоги с экспорта сырья.
Вот налоги должны браться с внешней торговли, они не должны браться с внутреннего развития производства. Точка. Но для этого это нужно хотя бы об этом хотя бы говорить. У нас об этом власть молчит глухо, она не может себе даже вообразить. Да, как Силуанова спросили, а что ж вы такие дебильные-то законы вносите в Госдуму, дебильные налоги. Он говорит, ну подождите, у меня с олигархами посоветовался, как я могу их послушаться. А олигархи ошиблись. Так бывает. С людьми, которые думают только о текущей прибыли, а не о стратегической перспективе. И все-таки, Михаил Игнатьевич, а почему не делают и что надо делать? То есть у нас же сейчас такое чрезвычайное положение. Сейчас все старые вот эти догмы либеральные должны быть оставлены. Надо делать то, что требуется. Это кто вам сказал, простите, пожалуйста? Все для фронта, все для победы. Мне Владимир Рудольфович Соловьев это сказал. Неужели Соловьева Силуанов не смотрит? Зачем? А зачем? Кто такой Соловьев для Силуанова? А где же наше правительство черпает информацию? Ну, знаете, хороший вопрос, на самом деле. Никогда о нем не задумывался. Но я думаю, в бреду Росстата она черпает информацию. Они же сами диктуют. У нас же, да, я продиктовал, в каком мире я хочу жить. Мне этот мир нарисовали, я в нем некоторое время уютно поживу. Мысль о том, что жить в бреду, в иллюзиях, в галлюцинациях долгое время не получается, это мысль для сложно организованных людей. А с другой стороны, вот товарищ Мантуров 10 лет в этом мире поработал министром промышленности, на повышение пошел. Госпожа Набиуллина тоже скоро 10 лет будет работать уже в этом мире. А на высоких должностях она работает с начала нулевых годов, то есть уже 20 лет. Смотрите, Михаил Игнатьевич, когда поднимаются эти вопросы, ну, например, вот у нас тут пошли аресты там, людей, которые связаны с производством кинжалов, связаны с производством пороха и другой взрывчатки. Ну, в общем... Подождите, а у нас снарядов тоже не взрываются, как во времена Цусимы, что пошли аресты людей, связанных с производством пороха? Вот, по-моему, мы с вами это не обсуждали, но вот я конкретно в Донецке общался с одним из военнослужащих, точнее, добровольческий батальон, и он мне рассказывает, подствольный гранатомет, 4 снаряда, использовал. 2 взорвались, 2 нет. И еще ФАБ, как-то они называются. Не разбираюсь в оружии. А? Фугасные авиационные бомбы. Не-не-не-не-не-не-не. Какие-то тоже небольшие осколочные боеприпасы. Ага. Из 3 1 взорвался, 2 нет. Вот это его конкретный боевой опыт. Из 7 снарядов взорвались 3. Цусима уже близко, потому что Цусиму российский флот проиграл, он должен был выиграть, потому как Рождественский расположил свои войска, и как российские артиллеристы стреляли, но просто снаряд не взрывались. Благодаря усилиям российских олигархов. Так что вы сейчас для меня сказали существенную новость. Значит, все совсем близко, все совсем плохо. Но понимаете, в чем дело? Речь идет не о производстве отдельных видов вооружений. Вот что это. Это морковки РПГ. РПГ. 2 из 3 не сработали. Ручная граната. Противотанковая. Противотанковая. Да. В общем, большие проблемы. И вот мне интересно, что когда начинают разбираться, надо же кого-то наказать, наказывают всегда бывших директоров или замдиректоров. Начальство никогда не в курсе, начальство ни при чем. И вот вопрос. Предположим, в пятницу Владимир Владимирович выходит и говорит: все, начинаем мобилизацию экономики. По-другому слушайте, нам простите, не сделать. Простите, пожалуйста, ну что да. Вы фантазируете? Я вот хочу РПГ пофантазировать. РПГ — это противотанковый гранатомет, понятно? Да, противотанковый что гранатомет. Что вы фантазируете? Ну вы о чем? Ну вот вы сейчас о чем говорите? Выйдет он и скажет. Мы с вами 22 года, это, ну не с вами конкретно, я это обсуждаю, 22 года. Вот завтра он выйдет и скажет. Ну, выйдет и скажет. Майские указы 12 года читали? Внимательно читали? Внимательно? Они же все выполнены по официальной версии. А с 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест в стране есть. Создано с нуля. И с советских времен осталось недобитков каких-то.
недотык. Высокопроизводительных, да. Высокотехнологичных, если быть более точным. И соответствует тексту указа. У нас зарплата там медиков и ученых превышает среднюю по региону там в два раза или там во сколько. Ну, слушайте, ну о чем? Ну, пожалуйста. Будут меры, будем обсуждать. Вот будет сделано что-то конкретное. Мы это конкретное будем с вами обсуждать. Зачем уподобляться членам правительства и обсуждать галлюцинации? Пусть даже наши собственные. Мне просто интересно, если такое будет объявлено, Мантуров, Силуанов, Мишустин, они способны эту задачу сделать, если вдруг она будет поставлена? Или их нужно всех срочно менять? Мишустин, не знаю, Мишустин там что-то пытается уже третий год. А Мантуров с Силуановым, конечно, они скажут, мы обязательно выполним. Завтра же к обеду все будет, Владимир Владимирович. Это... Красивая презентация? Красивая презентация. Да, вот у меня до сих пор лежит презентация о правительственной стратегии развития 2020 года. Слава богу, ее так и не показали, ее так и не приняли на это, так сказать. А Мишустин все-таки понял, что такие вещи нельзя делать. Но она была подготовлена, разработана, и отнюдь не Силуановым с Мантуровым. Отнюдь. Не, мне просто интересно. Если Владимир Владимирович команду менять не хочет, а команду менять надо... То есть это гарантия... Павел, мы не знаем, да, что он хочет, что он не хочет. Да. Мы этого просто не знаем. Да? Поэтому давайте не будем постулировать то, чего мы не знаем. В пятницу послушаю, может, он действительно какие-то изменения сделает, может, он слова какие-нибудь правильные скажет, послушаю. Ну, то есть смотрите, мы с вами здесь в пиджачках сидим, там по скайпу общаемся за прошедшие 7 месяцев. Сколько там официально Шойгу озвучил? Мы уж не будем подвергать сомнению эту цифру. 6 тысяч погибших. Это в Минобороне. Добавьте к этому... Только в Минобороне, да? То есть есть еще добровольцы, добавьте народная этому... милиция, Росгвардия. Нет, добавьте к этому... Прежде всего, добавьте к этому другие ведомства. Угу. Даже, как я понимаю, я надеюсь, что у нас есть единая команда, у нас все-таки не Чечня, Первой Чеченской войны. Вот, добавьте к этому другие ведомства. Добавьте к этому ЛНР, ДНР, их вооруженные силы. Народная милиция. Да, где потери, как я подозреваю, в процентном отношении выше, чем у Российской Федерации. Дальше, когда я читаю сводки, я все время вижу очень четкую разницу между вооруженными силами Российской Федерации и нашими батальонами, которые формируют регионы. Скажем, там оборона Красного Лимана защищает Барс из Краснодарского края, и вооруженные силы Российской Федерации. Мне интересно, потери, которые озвучил товарищ Шойгу, это касается всех сил, которые управляются вооруженными силами Российской Федерации. Тогда это очень низкие потери. Или это касается только, собственно, вооруженных сил Российской Федерации. Тогда хотелось бы узнать потери по остальным категориям. Потери, скорее всего, да. Цифры мы узнаем попозже, если узнаем. А Михаил Игнатьевич, то есть... Эти потери, это Мантурова, люди искупают кровью. Это Силуанова, люди искупают кровью. И только через 7 месяцев после начала боевых действий, может быть, мы еще надеемся, может быть, будут предложены какие-то действенные меры. А за 7 месяцев кто должен отвечать? Ну, как вы сказали, замдиректор Мантуров и Силуанов. Замдиректора. Хорошо. Еще одна тема, которую хочется обсудить. Тема ядерного противостояния. Она потихонечку разгоняется. На уровне экспертов обсуждают, что Британия на основании договора о гарантиях безопасности с Украиной могла бы передать во временное пользование Киеву британские ядерные заряды. Это могло бы стать выходом из международного кризиса, но потребовало приостановки участия Британии в договоре о нераспространении ядерного оружия. По словам экспертов, есть риск, что и Москва может передать оружие третьим странам. Но это тут риск минимальный. Это кто говорит? Ну, это вот статья на просторах Телеграма. Ну, чушь собачья. Просто чушь собачья. Потому что ни одна страна ядерное оружие кому-то другому передавать не будет. В части нас, нам передавать это оружие физически некому, потому что мы вот-вот признаем ДНР и ЛНР частью России по итогам референдума. И субъектность растворится. Если Украина передаст это
в смысле, Англия передаст ядерное оружие Украине, и я не могу себе это вообразить. Понимаете, англичане никогда туземцам не отдавали даже современных винтовок в колонии. Даже современных винтовок они им не давали. Здесь-то вы что хотите? Нет, это нереально. А реально это применение Западом, применение НАТО, тактическое ядерное оружие против какого-нибудь Львова или Ужгорода, или, в общем, какого-то места на Украине, которое не является важным транспортным узлом, формулируем так, чтобы это не прервало поток поддержки оружия, но при этом это тактическое ядерное оружие, и обвинить в этом нас. Вот это реально. То есть вы считаете, что это они разгоняют, потому что готовят провокацию, да, с применением ядерного оружия? Конечно, это нормальный стиль Англии. Если англичанин или американец кричат про вас, что вы что-то можете сделать, скорее всего, они это готовят сделать, чтобы обвинить в этом вас. Да, но можно вспомнить сбитие малайзийского Боинга и так далее, начиная с этой истории. Поэтому реально угроза применения тактического ядерного оружия на Украине силами НАТО с обвинением в этом нас. Это реальная перспектива, но не сегодняшнего дня, но уже этого года. Формулируем это политкорректно. Так, а с другой стороны, у нас же вот эти все фразочки, там, радиоактивный пепел. Там... Понимаете, у нас эти фразочки звучат на уровне людей, у которых в подкорке все равно память о войне. А, и у нас эти фразочки звучат из уст пропагандистов. Ну, президент Путин привел стратегические ядерные войска с началом специальной военной операции в готовность. И я не помню сообщений, чтобы он их из этой готовности выводил. Ну, просто не помню. И слова о том, что мы готовы себя защищать всеми инструментами, и это не блеф. Но при этом все на Западе очень хорошо понимают, что мы к этому относимся ответственно. Если вы посмотрите на нынешние западные элиты, то попытаться понять, к чему они относятся ответственно, по-моему, ни к чему они ответственно не относятся. Включая жизнь и, собственно, граждан. Да? Но когда люди устраивают энергетический кризис у себя, да, даже в Соединенных Штатах Америки, даже в Англии, где лучшие по качеству элиты на Западе, это означает, что поколение выродилось. Одна часть child-free, другая часть уже без способности воспринимать реальность после либерального образования, третий дедушка старый ему все равно и так далее. Ну вот, простите. Так что угроза есть. Эта угроза совершенно конкретна. И она исходит с той стороны. Причем, учитывая мощность нашей спутниковой группировки, сформулирую мягко, совершенно нет никакой гарантии, что мы сможем кому-то что-то показать, когда это произойдет. Как мы не смогли показать в истории с малайзийским Боингом. То есть понятно, что это не мы, потому что у американцев там 100% наблюдение, и они это видели точно, но мы этого, скорее всего, не видели, раз до сих пор не показали. Хотя, учитывая качество Минобороны, я вполне могу себе представить, что мы это видели, но до сих пор длится процесс рассекречивания снимков. У нас же, почему наша артиллерия на порядке отстает по скорости стрельбы? Потому что у нас в процессе передачи информации скажем, мягко, с тех, кто ее получает, артиллеристу, проходит процедуру рассекречивания. И за 7 месяцев никому в голову не пришло эту процедуру упростить. Михаил Геннадьевич, а почему эти вопросы не решаются? Это вот такая сила бюрократии? Потому что создано уже несколько поколений, а бюрократия выдрессирована, что если вы решаете проблему, вас уничтожают. Вот если вы, бюрократ, решаете проблему, вас уничтожают. Потому что вы мешаете на этой проблеме зарабатывать. И это касается и тех сфер, где на проблемах вроде бы якобы не зарабатывают. Но вы категорически отвергаете возможность, вероятность применения России тактического ядерного оружия. Unreal. Просто. Поделитесь вашей уверенностью. Почему? Знаете, я общаюсь с людьми, с некоторыми, я общаюсь с дипломатами, в конце концов.
И общая атмосфера такая, что... А какая общая атмосфера? Во-первых, не делать ничего принципиально значимого. И мобилизация вызвала частичный шок именно потому, что это что-то значимое. И выяснилось, что никто не в состоянии ничего. Ну, как бы, нет, окей, хорошо, система работает, но со скрипом. Окей, сформулируем это по-другому. Система работает, но со скрипом. Это официальная формулировка, почти. Но для этого нужно принять ответственность на себя. На это не способен, по-моему, никто в принципе. Третье – это абсолютный ментальный барьер перед ядерным оружием. Абсолютно. Да. Дай бог, чтобы ядерное оружие никем не было применено. Никогда. Что касается грядущего отопительного сезона, мощнейший геополитический фактор. В Северном потоке опять упало давление, и там непонятно, чего происходит. Между тем, Вашингтон заманивает немецкие компании дешевой энергией и низкими налогами. Берлин встревожен и хочет принять контрмеры. То есть западная пресса уже говорит о том, что еще более обостряется противостояние Европы с Америкой. Ну как противостояние? Это можно сравнить с каким-то избиением младенца. Более 1 миллиона баррелей нефти из США будет ежедневно поставляться в Европу, чтобы заменить российское сырье. Опять же, Америка зарабатывает по всем фронтам. Поставки вооружений, поставки энергоносителей нефти и газа в Европу и переманивает к себе высокотехнологичные европейские производства. Михаил Игнатьевич, а как будет развиваться эта дальше ситуация? Ну, смысл сжигания украинского кризиса для американцев – это ликвидация Европы как конкурента и изъятие всей европейской промышленности к себе. Вот это они будут делать, они это и делают весьма успешно. Вы ожидаете каких-то, вот, не знаю, там, что Европа, там, Германия взбрыкнет? И... Нет. Кастрированные животные не брыкаются. А при Меркель Германия была кастрирована в политическом смысле. Хорошо, тогда другой вопрос. А если будет усугубляться экономическое положение, на каком горизонте, через 3 месяца, через 5 Где? Месяцев, если там будет холодная зима, то вот в Европе зима... откажутся от поддержки Украины? Нет, в Европе не откажутся от поддержки Украины, никаких иллюзий здесь питать не надо. Да, в Европе раскол глубокий, приход правых власти в Италии. Это очень серьезный признак раскола. Это вам не Польша с Венгрией и Словенией. Вот. При этом нужно понимать, что Италия является вторым дистрибьютором российского газа. Первый дистрибьютор – это США. Извините, все. Первый дистрибьютор – это Германия, которая берет наш газ и его перепродает. Uh-huh. А стала ли Турция дистрибьютором, я не знаю, или просто она транзитная, это я точно не знаю. Но Северная Италия – это второй после Германии, был, по крайней мере, раньше, дистрибьютор российского газа. Германия перепродавала треть того газа российского, который она у нас покупала. Покупала по дешевым ценам, продавала по сверхвысоким, зарабатывая на этом в разы больше. В Италии масштабы меньше, но тоже не зарабатывали очень много. Поэтому они, естественно, хотят вернуться в хозяйственный рай. Но при этом Европа в целом будет продолжать поддерживать украинский фашизм. Это фундаментально идеологическая вещь. Они нас действительно ненавидят. Мы все эти годы агрессивной антироссийской пропаганды хлопали ушами. Мы с ней не боролись. Мы по ее поводу только пищали. Мы ей в Европе не противостояли в реальности. Мы не создали сеть, мы создали сеть РТ, но мы не создали сеть неформальную народную альтернативную РТ, хотя народ предлагал в огромных количествах свои услуги даже до 2014 года. Уж после... А почему они этого не сделали? Потому что так нет возможности контролировать эту народную сеть? Нет, потому что это все гораздо проще. А для того, чтобы ее делать, нужно что-то делать. Ну, с кем встречаться, разговаривать, вести переговоры, выделять деньги, строить планы. А зачем что-то делать, когда можно не делать ничего? Вся остальная мотивация вторична.
Вот, поэтому нынешнее поколение украинцев, оно действительно, и европейцев действительно не сильно отличается от украинцев, они действительно зомбированы пропагандой ненависти к нам. И даже если будут сугубо демократические процедуры, они будут требовать всемирной поддержки Украины. В этом отношении Европа выполняет функцию самоуничтожения, по-немецки дисциплинированно, ну, с итальянским дизайном. Правда, хорошо, в Италии, было избрано правое правительство, такое вот яркое внешнеполитическое событие. Италия теперь как будет себя вести в плане украинского вопроса, там, поддержки, Италия неподдержки России? Италия будет очень долго формировать правительство, как я подозреваю. А дальше они будут кричать: дайте нам дешевый газ. А повлиять на решение Брюсселя они не смогут. Потому что Брюссель — это не про Европу, это про англосаксов. Поэтому это будет обычная европейская импотенция, не больше, не более того. Они нас еще обижаться будут, что мы их не кормим. Мы же еще Италию должны финансировать, это же понятно. То есть никакого позитива от этого ожидать не нужно? Ну, в краткосрочном плане, может быть, они разрешат нашим туристам к себе ездить. Может быть. Чтобы те граждане России, у кого есть деньги, могли тратить деньги не в России, а в Италии. Кстати, сейчас в преддверии начала встречи «Большой двадцатки» в Индонезии, там уже встречаются на уровне министров. Вот наш представитель Ростуризма Зарина Дагузова там выступила, ее даже, говорят, выслушали. И она сказала: в плане туризма никакого асимметричного ответа от России не будет. Наши двери открыты, приезжайте к нам все, кто хочет. Большая двадцатка, милости просим. Понимаете, в чем дело? Вот приедет к вам пара батальонов туристов из Германии. Дальше с немецкими паспортами. И как вы их потом ловить будете? Вот и весь туризм. Пара батальонов туристов – это, конечно, специфическая формулировка. Один самолет большой. Или два средних. Но, правда, я могу вас утешить. Я подозреваю, что наши военные в этих категориях не мыслят. У них по-прежнему хлопки, самовозгорание и прочее. Михаил Игнатьевич, в пакет санкций Евросоюза, новый, который сейчас готовится в связи с референдумами, не будет ограничения цен на нефть. Это вообще насколько хорошая новость? Европа, что у нас там бюджетом, денег нам хватит? Европа решила себя не кастрировать. Что я могу сказать? Нет, если серьезно, учитывая того, что нефть потихонечку дешевеет, может обвалиться еще сильнее, или чего вы ждете от нефти? Знаете, от нефти я не жду особо ничего. А мы сейчас теряем рынок Индии. Наша доля там на этом рынке выросла, по-моему, раз в 12, с 1% до 12% импорта. Мы сейчас его теряем из-за дороговизных фрахтов, потому что танкеры с нашей нефтью перестали страховаться. В смысле, на Западе. А наладить страховку у себя мы не в состоянии, потому что это, опять-таки, надо работать. Знаете, чтобы наладить страховку у себя, это нужно работать. У нас страхованием занимается кто? Госпожа Набиуллина. Госпожа Набиуллина при реальный сектор знает одно, как я подозреваю, что его нужно давить всеми силами. Вот она и давит. Вот. Но на самом деле введение потолка цен на нефть — это был способ допустить российскую нефть на европейский рынок через третьи руки. И тогда цена выросла бы, разницу бы делили посредник с нашими нефтяными компаниями. Пропорция, ну, как повезет, нам это было бы плохо, потому что эти деньги нефтяные компании, конечно, в Россию бы не возвращали и никогда бы в этих деньгах не признавались. Это были бы серые, а может быть, даже черные деньги. То есть для экономики это нехорошо. А с другой стороны, нужно развивать нефтепереработку, нефтехимию свою. Потому что когда вы продаете сырую нефть, а потом покупаете продукты ее переработки в виде, так сказать, товаров нефтехимии, ну, это называется колония. Никак по-другому это не называется. Но мы же развитием не занимаемся, потому что это достаточно большие инвестиции, достаточно сложное оборудование, его нужно покупать.
покупать, нужны инженеры, нужны рабочие. А зачем нам рабочие, когда мы еще миллион завезем гастарбайтеров в Средней Азии, все будет хорошо в наши позолоченные орды. Они же думают о том, чтобы людей поселить в человениках, а где будут работать эти люди, это не их проблема. Вот. Поэтому надо посмотреть, какие еще там будут санкции. Но, в общем и целом, без нашей нефти обойтись нельзя. Они могут продолжать стрелять себе даже не в ногу, а сильно выше. Пусть стреляют. Для нас это чревато сокращением притока денег в бюджет, в частности. Но бюджет имеет такие международные резервы, извините, такие бюджетные резервы, что даже после заморозки всех денег там еще остается, чтобы построить страну заново. А страну заново строить никто не собирается. Я просто... То, что я слышу, я бюджет еще не видел, его еще не внесли, но то, что этот бюджет слышал, это бюджет будет продолжение бюджета уничтожения России, как каждый год. И либо его придется переписывать по ходу дела на коленке, либо, ну, что поделать, будет у нас Украина. Что насчет Ирана? Потому что протесты там не утихают, столкновения с полицией, задержания, избиения... Это реакция на поставку нам дронов, которые мы называем Геранью-2, они называют, по-моему, Шахат-4. Дроны эффективные. Вот это реакция англичан. При этом надо понимать, что израильская элита вела себя в состоянии умопомрачения и рассматривает Иран как как угрозу своему существованию. Что Иран вот-вот нанесет по Израилю удар атомным оружием, которого у него нет, а у Израиля есть. При этом иранцы, как мусульмане, они, пусть и шииты, но мусульмане, они не могут нанести удар по Израилю атомным оружием, просто потому, что там святыня ислама находится на территории Израиля. И как бы применить против Израиля серьезное оружие для любого мусульманина – это святотатство. Не потому, что там хорошо относится к Израилю, потому что святыня находится на этой территории. Да? Это как православному икону топором порубить или там как какое-то другое надругательство совершить на святыне. Это невозможно. Но то, что израильская элита это отрицает категорически фундаментально, свидетельствует об уровне ее, прости господи, деградации нынешней. Вот. Так что это, безусловно, я думаю, что это английские агентуры глубокого залегания плюс объективные процессы. Потому что Иран – это демократия, пусть и исламская. Это демократия. По-настоящему. Там мнение людей имеет значение. При этом Иран – это многонациональное государство. Там есть белуджи, там есть арабы, там есть азербайджанцы, которых там, кстати, больше, чем в Азербайджане. Вот. Там достаточно тяжелая экономическая ситуация. Она очень сильно ухудшилась там, в последние лет 5. То, что они создали свою обрабатывающую промышленность, в отличие от нас, мы это видим, мы это кушаем, но, тем не менее... Ну, это прям стыдно-стыдно. У нас великая промышленная держава, скоро будет Таджикистан. Что иранцы там поставят завод по производству дронов, что в России ставить завод невозможно при наших министрах и при наших руководителях. А в Таджикистане возможно, потому что таджикские власти вменяемые российские в части развития экономики. И мы будем покупать дроны у Таджикистана. Но Матур уже не может сам производить дрон. Он может только брать деньги и прочие замечательные ростихи. Да? На их производство. Это же харам. Это же нельзя. ФСБ России задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке Матоки Цутунори при получении сведений ограниченного распространения. Дипломат объявлен персоной нон-грата. Михаил Георгиевич, что там японцы делали? Нет, у нас? Это нормальная, рутинная разведывательная работа. Правда, я еще не понимаю, почему это занимается консул, а не сотрудник консульства. Но у меня детский вопрос. А получение от кого? И что такое информация ограниченного распространения? Знаете, есть информация секретная. Это гриф секретно, гриф совсекретно, некоторые другие грифы. Я понимаю, что такое информация конфиденциальна. Я понимаю, что такое информация для служебного пользования. Что такое информация ограниченного распространения, я не понимаю.
Этот термин, на мой взгляд, носит не юридический характер, хотя, возможно, я ошибаюсь. Второе. Получение информации каким образом? От почтового голубя. Он эту информацию нашел в урне. Нет, ну какая-нибудь закладка. Знаете, консул лично бегает по точкам и, значит, как закладчик снимает там информацию. Хотя это вполне возможно. Это, ну, может быть, у них экономия бюджетных средств, у них, так сказать, нет в штате консульства серьезного разведчика, который этим должен заниматься. Но, опять-таки, вопрос, от кого он эту информацию получил? Ребят, о задержании российских сообщников не сообщается. То есть, какая-то сволочь сливает информацию. Мы этого шпиона поймать не можем, поэтому берем японского консула, объявляем его персону нон-грата. Завтра приедет следующий консул и будет получать информацию от того же источника. Зашибись. Не, это лучше, чем, так сказать, ничего. Но а зачем брать источник, брать посредника, не взяв источник? Ну, или, может быть, задержали, но стесняются об этом сообщить. Может, какой-нибудь непростой гражданин Российской Федерации, не рядовой инженер, даже не замдиректор. Кто его знает? А может, он уже в Японии? А что касается тайваньского вопроса, последняя тема, как-то там все затихло. Потом внезапно на выходных проходит информация: в Китае госпереворот, Си Цзиньпиня свергли, ужас, ужас, караул, катастрофа. Потом говорят: да нет, все нормально, ничего тут не происходит. Нет, насчет Си Цзиньпиня свергли, мы же это все проходили на примере Северной Кореи, где, значит, Ким, уж не помню кто, Ким Чен Ын, по-моему, регулярно расстреливал с пулемета крупнокалиберного, причем своих соратников, а потом эти соратники, как ни в чем не бывало, участвовали в мероприятиях. Я вообще говоря считаю, что это реклама северокорейской медицины. Потому что когда человека расстреляли то ли из пулемета, то ли из миномета публично, и подробно описывается в газетах, и весь Запад смакует, как, значит, кровавые клочья мяса летели в разные стороны, а потом человек без единого шрама сидит на трибуне и что-то умное говорит, коллеги, а можно этих северокорейских медиков к нам? Может, они у нас тоже кого-нибудь вылечат? Ну и вот эти вот замечательные... Хотя бы от психических отклонений, да? Замечательные приемы информационной войны, они против нас применяются тоже. Я же помню, во времена болотных протестов Аль-Джазира показывала, значит, митинг в заснеженной Москве. И вдруг на заднем плане мелькают пальмы. Ну, в Египте какие-то декорации построили универсальные на случай всех протестов. И снимали там для всех. Вот, для всех цветных революций. Ну, и для нас заново пальма мелькнула в кадре. Случайно, чуть-чуть. Вот. А сейчас, поскольку никто не знает, что происходит в китайском руководстве, кроме Николая Вавилова у нас и Юрия Вадимовича Тавровского, вот, соответственно, можно распространять любые слухи, азбуку информационной войны. Ну, китайцы поржали. Кто-то на это заварил денег на падение, на колебаниях акций. Ну и все. Люди, которые способны всерьез воспроизводить информацию в западных медиа, которые там 20 лет назад были респектабельны, после всего, что происходило последние 8 лет, ну, вызывают жалкое впечатление производят. Правда. Правда, я должен сказать, что эту информацию респектабельные медиа не разгоняли, по-моему. Знаете, последнее, что спрошу у вас, попрошу. В связи с мобилизацией в обществе прям... Очень резко вырос уровень тревоги. Пожалуйста, скажите нам что-нибудь позитивное, не знаю, напутствие. Жизнь не начинается с мобилизации, пусть даже частично. И частично мобилизация не заканчивается. Мы все это преодолеем. Мы свою страну и свое начальство нормализуем. Вопрос по хорошему и по плохому. Хорошему и по плохому это будет происходить. Это будет ясно, ну, до Нового года. Я понимаю, что несколько раз эти сроки переносил. Мне казалось, что все будет к середине сентября. Потом мне казалось, что все будет к середине октября. А я понимаю, что этого может и не произойти совсем. И тогда, да, у нас будет Майдан. Потому что мобилизовывать людей, не мобилизуя экономику, это значит мобилизовывать людей на изменение общественного строя.
Наверное, это правильная формулировка. Мобилизовывать людей, не мобилизуя экономику, это значит мобилизовывать людей на изменение общественного устройства. Я честно скажу, я не сторонник революции, я принципиальный противник революции, хоть и коммунист по взглядам. Я считаю, что люди должны жить нормально и не заниматься потрясениями. Но, что называется, если другого выхода не останется, значит, не останется. В этом отношении мы полностью следуем политике, определяемой нашим президентом и верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Будет он мобилизовывать экономику – хорошо. Будет он мобилизовывать людей – ну, похуже, но мы тоже справимся. И не таких, это был Михаил Геннадьевич Делягин. Спасибо большое, спасибо. Друзья, пишите в комментарии, подписывайтесь на Не Делягин, подписывайтесь на Делягин Спешл в Телеграме, подписывайтесь на мои каналы. Всего доброго, Михаил Геннадьевич. Счастливо, спасибо.